Питерский активист намерен добиться отстранения от работы с детьми красноярского педагога Марии Шестопаловой. Тимур Булатов рассказал нашей телекомпании, что восстановление в должности учительницы – мера временная. Активист рассказал, что на страницу Марии он наткнулся в одной из социальных групп, где, по его мнению, девушка вела себя аморально. По ней ведется органами внутренних дел проверка. По моему заявлению, в котором предоставлены все имеющиеся доказательства, и несмотря на то, что Мария Шестопалова все доказательства стерла, у нас есть достаточно весомые аргументы, чтобы доказать это в любом суде. У меня есть видеоанализ за 2 дня, снятый до того, как она трусливо удалила все компрометирующие ее материалы. Известно, что сам Тимур Булатов – член Первого нравственного российского фронта. Он уверяет, что с его помощью за аморальное поведение уже уволено 65 человек, в том числе и судья, которая разместила фото в соцсетях с алкоголем. Напомню, что новости Афонтова рассказывали историю Марии Шестопаловой, которую уволили за публикацию в интернете. Поводом послужило обращение питерского общественника Тимура Булатова. Активист утверждал, что педагог публикует откровенные фото и пропагандирует ЛГБТ-сообщество. Однако в понедельник Марию вернули на работу. Адвокат доказал, что ее увольнение было незаконным.